Новый день настал, друзья, всем здорово, сегодня у меня выходной и покатаемся на BMX. У меня появилась хорошая идея, как срубить денег. У меня есть вот такая машина, она очень сильно разбита, я пытался дрифтить на днях и у меня не получилось. Ее очень жестко разбил на парковке, но эта машинка даст первый скачок моему продвижению. То есть у нас есть машина, у нас есть BMX, и можно это дело совместить. Мы отгоняем нашу тачку на людное место, конечно, нужно будет вызвать эвакуатор, отгоняем машину, у нас есть канистры, которые я подобрал, обливаем, и когда будем прыгать через машину, она должна взорваться. И реально будет шоу, срубим денег с рекламы, которая будет развешена рядом с моим шоу. Ну, конечно, нужно будет денег на эвакуатор, нужно будет денег еще на рекламу, чтобы зрители узнали, где находится этот трюк, и, в принципе, будет интересно. Хорошо, сегодня покатаемся на BMX, поедем, наверное, в парк, рядом с Grove Street, потом поедем на пляж, посмотрим девочек, и что, погнали. Хотя, погодите. Так, привет, братаны. Ну что, теперь у нас тоже есть пушка, и вот так можем... Нет, уходим. Все в порядке. Черт возьми, уже перестрелка началась. Так, ну что, даем дёру уже. Ты жесть. Как давно я не катался на своем BMX. Он даже запылился. Так, ну что, набираем скорость, наверное, и в прыжке вот таким сальтухой. Ух ты, да, в принципе, неплохо. Два на колесике. Так, мы, походу, ушли. Так, все нормально, мы ушли. Ну что, спускаемся. Хорошо, погнали. Жесть, тачку повредил. Все нормально. Так, ну что, там уже даже... Все нормально, ребята успокоились. Да, будут агрессивны, но сегодня, видимо, они уже... У них какие-то проблемки. Хорошо, погнали в парк. Эх, промчимся. Хороший гонец, кстати. Можно уже ускориться. Так, ну что, интересная, кстати, идея про нашу машину. Нужно будет договориться с эвакуатором, пригнать на какое-то людное место, но нужно сперва найти это место, где можно собрать много народу, и чтобы оно было довольно известно. Чтобы можно было, нам нужно где-нибудь спрыгнуть. Ну-ка, давай-ка прям тут. Вот так, к примеру. Сделаем еще сальтуху. Получится, не получится? Вот так сделаем. Ух ты, да, в принципе, неплохо. Нужно реально подучиться. Сегодня будем учиться перепрыгивать через машины и маленько вспомним наши трюки. Так, хорошо, поехали в парк. Там, в принципе, есть хорошее местечко, где можно потренироваться, прыгать через машину. Хотя можно найти где-нибудь разбитую машину и через нее уже попрыгать. Как это будет смотреться уже. И, в принципе, нужно вызвать как-то, как-то сделать рекламку, чтобы зрителям узнали о этом месте. Так, чувак, все в порядке. Так, погнали в парк. Там есть рядом Grove Street. У меня, правда, не очень много оружия. Можно маленько так по-гангстерски же понаглей туда заехать. А вот, кстати, вот тут есть эвакуатор. Если что, можете и договориться. Но нужно сперва найти место. Да, есть тут эвакуатор. Его можно уже пригнать будет, заказать его. И нашу тачку уже отгонят, куда нужно будет. Так, давай-ка налево. Так, есть машина. И сейчас попробуем, наверное, трюк сделать. Вот так, вперед уже и кувырок. Ух, получится, не получится. И прям на колеса. Вот это неплохо. Все-таки руки помнят. Так, направо. И тут где должен у нас парк быть. Так, секундочку. Есть у нас маленький трюк даже. Получится, не получится. Должен опасный трюк. Но получится, я думаю. Вот так. Кувырочек и... Жесть, 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 жесть. Проезжает. Да, он проезжает. В принципе, кстати, очень хорошая идея. Взять и... Но, конечно, это чуть позже. Нужно будет, конечно, это подумать. Так, нормально. А у нас тоже бандиты. Ребята, все в порядке. Так, без оружия. Он решил просто подраться со мной. Ну, в принципе, можно выйти. Ну-ка, секундочку, сейчас выйдем. Сейчас выйдем с ним поговорим. Он хочет с нами поговорить. Ну, давай подеремся. Так уж и быть. Может, у тебя даже есть. Наваляем тебя. Вот это, да, и просто в кусты ушел. Кстати, у нас появилось... У нас появились копы. Нужно будет уходить уже от копов. Так, погнали отсюда. С места преступления. Просто в морду и в кусты. То, что доктор прописал. Так, вот у нас есть парк. Погнали на парк. Сегодня пока другая банда. Так, ну что, есть рамблешка? Ух ты, да. Ух, и прям на колесо. Так, ну что, ребята, то есть у нас, походу, скутеры собрались. Сейчас покажу квас, как нужно. Так, нужно ускориться. Набираем скорость туда-сюда. Набираем скорость. И нужно время нажимать. Ух, не получилось. Ребята, только не смейтесь, я всего лишь начинающий BMX. Так, давай-ка еще разок. Походу ко мне подходит. Ребята, в чем проблемка? Я просто решил маленько... Ух, довольно неплохо получилось.
Видимо, я приехал не по адресу, Джесси. Не получилось. Так, ребята, в чем проблема? Я, походу, занял их не рампу. Ну, давай-ка разберемся с вами. Ух ты, да, неплохой хук справа. По печени и прям в морду. О, красиво было. Походу, копы. Черт, снова нужно сваливать. Так, ребята, разбежались. Хорошо, мы, конечно, отсюда сваливаем. Накостыляли и сваливаем. Мы найдем, наверное, другое местечко. Я, кстати, не знаю, где местечко, где находится у нас. У нас рядом Гроув-стрит, и как раз там есть разбитые машины внизу. Как раз можно и перепрыгивать через машину. Так, у нас тут нет машинки какой-нибудь? Так, у нас тут нету. Хорошо, заедем на Гроув-стрит. У нас есть пушка, возможно, и разберемся с обидчиками. Потому что я как-то очень слишком... Так, может, даже припрыжку и прям на машину. Это не получилось на машину. Так, ну, в принципе, вот есть гангстеры, можно подойти, разобраться и поговорить. Черт, их слишком много. Мне нужно хотя бы пару гангстеров, которым реально можно разобраться. Эх, жесть, Пашей разберемся. Итак, братва, ну и что? Че проблема ваша? Давайте поговорим. Не будем испытывать судьбу и поедем дальше. Как-то, ребят, не очень настроены. Хорошо, тут есть, в принципе, разбитые машины. И прям за этим наберем скорость и сделаем кувырок. Ох, и прям вниз. Там довольно высоко. Нормальный прям на колесо. Ох ты, довольно неплохо получилось. Да, вот есть разбитые машины. Как раз тут можно и потренироваться. И насколько это будет зрелищно. Кстати, копы от меня ушли уже. Да, оторвались от копов. Мы подпрыгиваем, делаем сальтуху. Хотя нужно будет придумать, какой сальто сделать. Через машину, которая будет взрываться. Мы едем дальше в поиске какой-то разбитой машины, через которую можно попрыгать. А можно идти, кстати, и на парковке. Ну-ка, давай-ка на парковку. Вот так, прыжки и прям наверх. Заберемся. Должны, по идее, забраться. Давай, очень тяжело, но мы заберемся. И мы возле стадиона, на котором происходит мотокросс. Так, хорошо, погнали. Там есть парковка, кстати. И можно найти машину, которая припаркована. Вот так, прям через машину. Жесть, не получилось. О, какой сальто получилось. Неплохо. Так, хорошо, нам нужно машинам. Вау, это же Мустанг, походу. Это Форд Мустанг. Слишком много зрителей, кстати. Такое хорошее местечко, чтобы устроить шоу. Нужно будет, конечно, пожарную машину и скорую помощь. Это, мне кажется, Мустанг. Какой же красавец. Интересно, сколько он стоит? Хорошо, кстати, можно тут и разогнаться, и попробовать через него попрыгать. Кстати, ну, и очень даже и похоже. Ну, то есть... по размеру. Так, хорошо, наберем скорость, наверное, попробуем разогнаться и перепрыгнуть через машину уже. Кстати, можно на одном колесе пробовать? Ну-ка, наберем скорость уже. Так, тут довольно очень много машин, но тут у нас не получится такое шоу, хотя возле стадиона довольно неплохо. Можно будет сделать даже рекламу прямо на стадионе. В принципе, неплохо. Хорошо, набираем скорость. Набираем скорость, ребята, давайте в сторону. Так, у нас даже сигнашек нет. Ребята, в сторону, у нас прыжок! Жесть! Что вы там стоите? Какого черта? Вот именно. Так, можно, в принципе, даже будет снизу уже выход сделать красивый. И, в принципе, место, кстати, очень даже и хорошее. Мы ставим нашу машину именно вот тут, делаем прыжок уже, и происходит взрыв просто в полете. Довольно зрелищно будет. Так, давай-ка, наверное, еще раз попробуем. Даже не знаю, какое сделать сальто, чтобы было гораздо эффектнее и было... Было реально интересное шоу. Мы прыжок. Мы всего лишь навсего учимся, мой друг. Так, ну хорошо, в принципе, это мы придумали хорошо. Нам нужно сделать уже рекламку и как-то рассказать о интересном трюке. Интересное шоу. Так, давай-ка, наверное, еще разок. Конечно, потом я еще на днях потренируюсь и как-то придумаю какое-то интересное сальто, чтобы можно было... потом собрать много поклонниц. Там, мне кажется, маленькие застряли. Много поклонниц, которые бы к нам уже приходили прям домой. Хотя наш райончик-то не очень-то и хороший. Так, давай-ка еще раз попробуем. Прыжок прям вовремя. Да, нужно реально рассчитать уже, на какой плитке нам нужно прыгать. Жесть, сколько у нас... Сколько нам всего нужно сделать? Очень много всего нужно будет сделать. Так, ну что, у нас, в принципе, тут очень много машин, но тут нам ничего такого не светит. Нам нужно, чтобы была реклама, где можно было повесить рекламу,
И, кстати, вот здесь тоже довольно неплохое местечко такое. Так, давай-ка набираем скорость. Ух! Да, место, в принципе, очень неплохое. Тут рядом есть у нас еще такой красивый мост. То есть, вид очень красивый. И тут у нас собирается довольно много зрителей. То есть, только... То есть, у нас много... Кто ходит на стадион. И, кстати, здесь можно даже сделать даже тоже рекламку. Так, ну что, погнали дальше. Можно сгонять в порт. Мы рядом с аэропортом. Пардон, все в порядке. Так сделали. Да, погнали, наверное, в порт. На порту маленько покатаемся и отправимся там уже вечером в клуб. Ну, в принципе, неплохо. Нужно где-нибудь уже, где можно будет сделать интересные... О, есть идейка. Я думаю, прям в окошко получится. Это дело не получилось. Да, такой начинающий BMX, но, в принципе, уже есть какие-то идейки. И, возможно, в дальнейшем наши идеи будут гораздо масштабнее, потому что у нас будут деньги уже. Чтобы ставить какие-то рампы, чтобы ставить какие-то трамплишки, нам нужны как раз денежки. Чтобы установить... Там, кажется, у нас впереди есть обрыв. Можно сделать вот такой интересный трюк. Прыжок. И не получилось у нас прыжок, и мы уже в воду очутились. Так, походу, мой BMX упал в воду. Так, все в порядке. Какого черта в порядке у нас утонул BMX? Мы утопили свой BMX и даже не знаю, что делать. Но, в принципе, потом можно будет вытащить его. Хорошо, погнали, наверное, на автобусе. Кстати, у нас есть... Тут есть такая интересная трамплишка, на которую тоже можно что-то даже и придумать. Так, ну-ка, пойдем посмотрим, насколько там есть хороший разгон и насколько... Да, довольно трамплишка хорошая, кстати, и даже не нужно заниматься установкой трамплина. То есть можно будет поставить какую-то, можно даже и свою машину поставить, и взорвать уже. И пролететь уже на какой-то другой. Но у меня другой машины нет, поэтому это все откладывать на потом. Но, в принципе, разгон у нас есть, а мне придется уже бежать до автобусной остановки. А тут у нас райончик довольно, походу, рабочий. Привет, ребята, как ваши дела? Как работа на заводе? Черт, походу, мне это дело не понравилось. Что происходит? Я просто спросил, как работа на заводе. Сейчас на костыле. Так, в морду тебе. Тебе с локтя и хуком справа. У меня уже коп приехал. Сейчас придут копы. По идее, я не хотел драться, но ребят как-то не очень-то и вежливые. Кстати, у них есть деньги. Мы, конечно, просто вырубили. Сейчас приедет скоро и отчухаетесь. Копы уже на хвосте. Ух, тачка стоит, уходим сюда. Нам нужно какое-то транспортное средство, хотя угонять машину я не буду. Но пришлось, конечно, и подраться. Так, в принципе, есть фургончик. Там проехал поезд, я хотел на него запрыгнуть уже. Мы ушли с места преступления и мы уже в порту. Так, ну что, можно даже придумать какие-то идеи. Что можно, интересно, такое придумать? Можно даже сделать трюк какой-то на самолете. Но, конечно, самолета у меня нету, и я не смогу его сделать. Но в будущем, конечно же, возможно. Мы купим самолет и сможем реально сделать какие-то опасные трюки, на которых мы реально будем зарабатывать. Вот, ребята, шахтеры. Как вам работается? Хоть вы будете адекватным. Приятно поздоровался и пожелал хорошего дня. Так, ну что, поехали. В принципе, можно вызвать такси, отправиться домой уже, переодеться и поехать уже в бар. Поехали в бар, наверное. Хороший прыжок. Хорошо, вызываем, наверное, такси. Сегодня покатаемся на такси. Потом, конечно, из бара тоже на такси. Уж гулять так гулять по полной. Эй, I need a cab. Of course. Driver should be with you soon. All right, thanks. А вот и наше такси. Так, пробежимся. Пешеходника тут нету, пробежимся и отправляемся домой. Переодеваемся, идем в бар. А, чувак, привет, давай ко мне домой. Только желательно побыстрее. И вот я дома. Ну что, нужно будет переодеться и отправимся в клуб тусовать с девочками. Ночка будет жаркой, это точно. Ну а с вами, друзья, увидимся уже в клубе на вечеринке. Feeling like a renegade, somebody save me.
Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. Sorry.